Я представляю вам пятый эпизод обучающего видео по автомобильной диагностической системе Maxidas DS708 от компании Autel. Сегодня речь пойдет о функции беспроводной печати. С помощью этой функции вы можете распечатывать любые графики, списки параметров, данные и другую информацию через любой компьютер, подключенный к принтеру по Wi-Fi сети из любой точки автомастерской. Давайте начнем. Установите диск, который шел в комплекте с вашим DS708, если вы не сделали этого ранее. Обратите внимание, что компьютер должен быть подключен к принтеру и находиться в зоне действия той же Wi-Fi сети, что и ваш DS708. Если ваш диск утерян, вы можете скачать ПО на сайте, где вам нужно выбрать файл с названием Maxidas DS708 PC Suite V. Как только ПО установлено, нажмите на ярлык приложения DS708 «Принтер на вашем рабочем столе». Схожая иконка появится и на панели задач в нижнем правом углу. Это говорит о том, что программа запущена. Дважды кликните по ней. На экране появится страница. Нажмите на кнопку «Тестовые печати», принтер должен распечатать лист с надписью «Тест принт». Теперь, когда вы убедились, что программа работает, можно приступить к печати с вашего устройства. На своем Maxidas DS708 настройте Wi-Fi соединение. Если вы не знаете, как это сделать, ознакомьтесь с нашим первым видео, где мы рассказывали об этом. На вашем устройстве откройте страницу, которую вы хотите распечатать. Нажмите на иконку с изображением фотоаппарата. Откроется экран с данными об изображении. Чтобы сохранить снимок экрана на карту памяти устройства, нажмите кнопку «Сохранить». Посмотреть это изображение вы можете в разделе «Данные». Для этого выберите «Просмотр изображений». Нажмите на кнопку «Печать», и документ будет отправлен на печать по беспроводной сети. Если в вашей сети больше одного компьютера, на котором установлено ПО Autel, на экране появится список серверов для печати. Выберите тот компьютер, через который вы хотите произвести печать. Как я уже говорил ранее, вы можете просмотреть или распечатать изображение из раздела «Данные» на рабочем столе. Здесь вам нужно выбрать опцию «Просмотр изображений». Если в левой части верхней панели вы выберете вкладку «Недавнее изображение», то сможете просмотреть или распечатать любое из сохраненных изображений. Спасибо за просмотр серии обучающих видео по автомобильной диагностической системе Maxidas DS708 от компании Autel. Мы надеемся, что нам удалось сделать использование вашего Maxidas DS708 еще более удобным. Autel. Технологии будущего для настоящих специалистов.